Привет, мои дорогие, меня уволили. Да нет, я не плачу, не рыдаю, я радуюсь, я уволилась сама. Я уволилась по собственному желанию, потому что работы стало мало. Вот такой букет еще мне вчера подарили. И так хорошо мы посидели, и плакали, и смеялись, вспоминали какие-то рабочие такие ситуации смешные. Ну, в общем, провели время отлично. Мне подарили такие подарки. Вот, а такой букет сзади еще один стоит, желтенький. Такой простенький от сотрудницы. Вот, и еще красивая открытка со стихами. Тут написано «Спасибо». И такие стихи написали и подписались. Нас там работает всего ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Всего лишь. Вот, ну это еще не все. Мне еще подарили чек на 100 евро. Это была сенсация. Шок. Такие деньги. В общем, тут он уже перечеркнут, потому что это для хобби Ладана, то есть для магазина все для хобби, для поделок. Почему перечеркнуто? Я уже израсходовала часть денег, и у меня осталось 80-50. Что же я там купила? Узнаете? А так? Ну, в общем, мне тоже попала такая тетрадь в руки. Я сразу решила, нужно брать. И там разные цвета были. Мне понравилось это больше всех. Я буду вести свой дневник. Можно ее сделать полностью вот такую блестящую, но можно с рисунками разными всякими. То есть можно сделать двуцветный рисунок. Ну, вы, в общем, знаете такие тетради. Вот для записи у меня она в полосочку, крепко сделана, очень хорошая. И буду записывать, что я для вас буду делать, какие поделки, переделки. Вот такая прелесть. Я очень рада, что она мне попала. Наконец-то, та-та-та-та. Вот. Взяла также в прихожую такую рыбу из гипса и конька. Он тоже из гипса, подвешивается на веревочке. Я повешу в коридор, у меня там морская тема. Очень красивые, очень мне понравились. Посмотрите, как они сделаны. Красота. Вот. 5 видов креп-бумаги. Очень хорошего качества, очень крепкая. Производство Германия. Здесь ее используют для флористики, то есть заворачивают букеты в нее. Ну, а я уже вчера пробовала цветочек делать, потом мы с вами сделаем. Одна стоит 2,60, как вы видите. И я пожалела, мне надо было еще и красную взять. Вот у меня тут желтая, розовая, светло-зеленая, темно-зеленая, фиолетовая и сиреневая. Но надо было взять красную и белую еще. Завтра я еду постригаться опять туда. И я докуплю. Я знаю, есть такой вот с полосочкой, то ли сирийский, то ли какой он. Вот такой папир, хотела сказать, бумага такая, да. Попробуем вот что-то с нее сделать. Вот, и мне очень нравится, она очень такая гибкая, очень хорошо тянется, получаются красивые изделия с нее, листочки, лепесточки. И вот посмотрите. Вот так она тянется, и уже можно вот какой-то цветочек простейший собрать. Вот, или, например, вот так она тоже тянется. Отлично. Посмотрите, форма полукруглая. Заворачивать конфеты и дарить в подарок. Чем не красота? Вот эта бумага. Очень мне нравится. Очень хорошо тянется. Будем с вами делать цветы из такой бумаги. Я уже один сделала, но не покажу, секрет. Еще я купила шикарнейшие листы на стол. Посмотрите, какая красота. Когда я буду делать поделки, это ватман, гладкий такой, хорошего качества. Он двухсторонний, я даже не знала. Я купила вот так, как есть, приношу домой, а тут, та-дам, и с другой стороны тоже, оказывается, очень красиво. Когда будем делать красное что-то или яркое, то можно на черной стороне. А когда,
чтобы не отвлекал узор, то я переверну вот этой стороной. Смотрите, вот так на столе будет лежать, и мы будем с вами работать на таком красивом поле. Еще одно поле. Вот такое с досками. Очень мне понравилось. Посмотрите, как вот с теми ящиками гармонирует. Тоже для рабочей поверхности. Можно делать фотографии на таком поле. Очень мне нравится. Поделки какие-то, да, переделки. И выставлять. В общем, а вот здесь посмотрите. Просто мешок. Тоже красота. В общем, два таких листа. Я не помню, сколько они стоили, но помню, что недешево. 3 или 4 евро за лист. Так что не знаю точно, не помню. Вот, в общем, вот так я попрощалась. Сработает. Туда ездить дорого. Работы мало, поэтому было уже невозможно там работать. Я подумаю, буду ли искать работу или нет. А пока займусь домашними делами и дачкой. Ведь работы всегда дома хватает. Вот, еще у меня есть желание вязать, шить, делать поделки. Да-да-да, размечталась. Успеть бы все. Хорошо. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Вот, очень рада, что меня уволили по собственному желанию. И всем всего хорошего и доброго. Целую. Пока-пока.